В Люберцах работает предприятие по производству застежек молнии. Компания начала свою деятельность в городском округе в 2019 году и на сегодняшний день является партнером многих крупных организаций и ведомств. Пластиковые, металлические, влагозащитные, даже огнестойкие. На этой площадке производят несколько видов молний. Перед тем, как попасть на швейные и текстильные фабрики, каждая застежка проходит поэтапный контроль качества. Швейную фурнитуру поставляют по всей России, а также в страны ближнего зарубежья. Среди клиентов предприятия – ведущие производственные компании легкой промышленности. Сейчас основной заказчик – Министерство обороны России. С начала специальной военной операции объемы производства выросли в 2 раза. За 2022 год количество производной продукции в штуках составило порядка 8 миллионов. В месяц, опять же брать, если начало того года, то было порядка 500-550 тысяч в месяц. Сейчас вышли на объем 800-850, стремимся к миллиону. Объемы производства увеличиваются, а вместе с ними расширяется линейка выпускаемой продукции. Это требует дополнительного технического оснащения. В прошлом году компания получила субсидию из регионального бюджета. Более 1 миллиона рублей направили на модернизацию оборудования. Таких предприятий в России, не ошибусь, можно перечислить на пальцах одной руки. И то, наверное, не наберется. Мы заинтересованы в развитии промышленного сектора в городе Люберцы, так как растут предприятия, растет промышленность, за ними, как за локомотивом, и движется экономика. На предприятии 65 сотрудников. Большая часть коллектива – жители городского округа Люберцы. Из-за большого количества заказов компания перешла на двухсменный график работы. В дальнейшем, возможно, ведут круглосуточный режим. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.